Добрый день! Вас интересует правильное питание? А может быть, вас еще интересует здоровое питание? Правильное и здоровое питание, как говорят в Одессе, две большие разницы, хотя разница одна. Питание либо вам подходит, либо нет. Школа правильного питания в интернете присутствует. Как правило, ее ведет врач-гастроэнтеролог. Школа здорового питания тоже можно найти. Как правило, тут ведущий диетолог. Вы можете получить больше. Вы можете попасть в школу правильного и здорового питания, которую веду я. Врач, фитотерапевт, терапевт, диетолог Борис Качко. Поэтому, если вам такая перспектива интересует, контакты вы видите, уже можете регистрироваться. Куда вы одновременно попадете? Вы попадете, получите немножко больше, вы попадете в школу доктора Качко. Она состоит не только из школы правильного и здорового питания. Она еще состоит из школы ЗОЖ. Что такое ЗОЖ? Это здоровый образ жизни. Это немножко шире, чем правильное питание. А в школу доктора Качко входит еще одна школа, школа здоровья. Это для тех, кто не часто угадывал с тем, как вести себя в окружающей среде, как вводить себя какие продукты, как правильно двигаться, думать и все остальное. То есть те, кто приобрели уже те или иные болезни, попадают в школу здоровья, и там медленно, постепенно, потихонечку выходят из того состояния здоровья, переходят в состояние здоровья, попадают опять в школу здорового образа жизни. В школе доктора Качко есть еще одна школа. Это школа абсурда, это школа здравого смысла. Почему? Интернет сегодня переполнен, так же, как и другие СМИ, газеты, телевидение, журналы, переполнены разными чудодействиями, эликсирами, которые выпил, сделал, постоял на ушах, на перекладине повисел, еще что-то сделал, и в раз здоров. Вы знаете, бесплатный сыр только в мышеловке. Вот, поэтому не попадайтесь на эти удочки, а в школе здравого смысла доктора Качко вы можете найти, узнать, как правильно себя вести, как не попадать на те услужливо разложенные грабли, там выкопанные ямы для вас, чтобы не потерять это здоровье. Поэтому, если вас такая перспектива интересует, попасть в такой массив информации для вашего здоровья, вы тоже можете регистрироваться. Зачем вам, в принципе, это надо? Можно, конечно, идти поискать в других местах. Видите, тут у меня стопочка книг. Это далеко не все опубликованные книги. Больше того, эти книги, те, которые книги переиздавались, я их не стал сюда класть, чтобы не загромождать, потому что стопка была бы выше меня. Вот. Это то, что я уже написал, то, что я уже опубликовал. За моей спиной видите там немножко различных дипломов. Часть из того, что, где я присутствовал, то есть мне мое присутствие отметили на разных выставках, конференциях. Вот. То есть, если вам такая перспектива, такая компания интересна, в принципе, ссылочки вы видите, телефон вы видите, вы можете спокойно регистрироваться. Я думаю, что вам будет интересно в школе доктора Качко, которая состоит из нескольких школ. Первоначально, конечно, это школа правильного здорового питания. А более широкое понятие – школа здорового образа жизни. Для тех, кто заболел, тех, кто уже куда-то ушел, школа здоровья. И для того, чтобы вы не попадали на различные лохотроны, школа здравого смысла. Если вам такая интересная перспектива, регистрируйтесь.